Всем привет! Налегке отправляемся доставать лодку. Давай залазь. Че, ты на мотор залазь первый. А, я? Ты только это, шлепками не загребай грязь. А то Андрюшка там ругаться будет. Мы ему грязи наворотили. В общем, с собой взяли самое необходимое. 300 кг. Лодка, предположительно, прогресс с 30-кой. Какой глубине, сказали, лежит? 5 метров. Ну, мы знаем их 5 метров. В прошлый раз это было 11. На 5 метрах лодка лежала. Значит, будем доставать. Я еще попозже. Будем пробовать. Ее видно? А? Видно? Да, да. Ну, это есть, как я и говорил, ее под ее течением все стащило. Как лежит? Здесь течение сильное. Вверх ногами лежит? А? Вверх ногами лежит? Не понял. Как лежит-то? Лежит мотором туда, носом сюда по классике. Тяжелая часть против течения лежит. Я имею в виду вверх ногами? Не-не-не, все нормально лежит. Сейчас облезу, посмотрю ее, чтобы она целая была. А то может там вообще транец вырван или еще чего-нибудь. Ну да, посмотри, что вокруг, может, что валяется. А? Ничего там не валяется, чтоб. Я сейчас посмотрю вокруг, может, мало ли, может, труп есть или еще чего. Ты мешки по трупу взял? Конечно, полная лодка. В принципе, нашел, зачем можно зацепить. Сможешь утопить ее, нет? Может, грузов добавить? Камера вся в заплатках, боевая такая. Тракторная большая. Блин, там и в ней воздух. Ну, там, ну да, она ему не дает. Сейчас будем утяжелять, скорее всего.
либо якорь к ней привязывать. Чё? Привязал? Да. Да ладно. Я пойду пробовать. Давай пробуй, да. Заводи, поплыли. Все, подняли, что ли? Да. Че, держишь? Да, да, держу, давай. Так, выруби пока. Так, сейчас еще в носок, погоди. Носок. Давай, носок. Поднялось. Ну, пока. Сейчас стремится уже обратку перевернуться. Номера потом забрюлишь. Ничего не буду я номера прятать, какая разница. Извините, мы договорились с человеком ехать лодку доставать с вечера. Он говорит, все хорошо, в 9 часов будем на месте утра. Да, все хорошо, все прекрасно. Все, утром звоним, подъезжает. А, я не смогу подъехать. У меня не получается никак. Вот так вот люди лодки достают. Езжайте там, найдете там. Вот где-то там. Благо у нас опыт большой лодки доставать. Мы уж сразу примерно знаем, где лодки могут лежать. Thank you.
пробуем. В принципе, можно в воду глубоко не заходить, просто вот сюда просто. Провалился, чё я? Вот как его умудрились потопить? Да. Ну, в общем, у нас прогресс. В прямом смысле, в переносном. Прогресс. Игорь, можно сказать, одной левой рукой достал лодку. Вот она, черпает ее. А второй прогресс — это после этого лодка прогресс. Фух. Очень тяжело это дело — вытаскивать лодку, ребят. Так что не беритесь, звоните нам, профессионалам, мы вытащим. В общем, кофейку надо попить. Лодка уже на полноценном плаву. Осталось чуть-чуть воды вычерпать. В общем, все у нас. Пока финиш. Теперь нужно вот туда ее переправить, лодку. Сколько здесь расстояние? 2 км? Меньше. Меньше? 1,5. Меньше, вот. 800 метров. Здесь не так чуть. Так, что, будем вычерпать? Все, вычерпали. Так что валим туда. Сейчас главное привязать ее грамотно. Такой буксир у нас теперь.